Всем привет, дорогие друзья, с вами Рома. Сегодня будем играть на сервере Кабум, ребята, 2.0, Sky Factory, самый-самый-самый первый сервер. Итак, начнем. Ну, в комментариях нифига никто не написал, какую трубу сюда надо ставить, поэтому без понятия, какую надо ставить. Тут ресы мне накидывают, ну, спасибо. Что я могу сказать? Спасибо, конечно, за ресы. Это четко. CPC. Макзан накидал ресов, ё-моё, это прикольно. Куча, ой, редстоун, это очень годно. Редстоун мне прямо был нужен, и мне его не хватало, правда. Так, слушай, круто. Панели этой батарейки разной энергии. Ага. Но есть трубы, которые конвертируют на других. О, CPC. Ну вот, то есть я понял, как это крафтить, дело все. Конечно, дороговато, но мы обязательно сделаем такую тему. Сейчас только вот эти ресы сюда положу. Вот так вот, изи. Было бы круто. Так, у нас еще, кстати, есть ресы. Так, надо как-то что-то сделать с пылью, потому что пыли реально много, и фиг знает, куда ее девать. Так, не уходи, окей. Так, что у нас есть? У нас есть... Мне, знаете, надо куда-то потратить железо, конечно. Знаете, что? Я хочу сделать сейчас очень резко, очень быстро сделать... сам скажу, что... Сделать эту тему. А тут трубы всякие попроводил, вот. Поэтому очень и очень много работы было проделано. И, конечно же, за это, я думаю, стоит влепить лайк. Потому что, ну, это реально классно. Это, блин, реально классно. Так, и осталось нам еще немного совсем. Это хорошо. Так, ну что делаем мы? Выкладываем теперь вот эту тему. Выкладываем, кстати, тростничок, если так годно. Можем ли мы выполнить квест с тростником, я не знаю. Не можем, мы уже выполнили, окей. Так, это в растение положим. То же самое в растение. Отлично. Так. Далее внизу вот у нас, в принципе, вот такие изменения, то, что я бочку наверх переставил. Тут проводов не было, я подсоединил. Теперь это все дело дает энергию. Какую-никакую, а энергию. Так, посмотрим, что там по заряду. Тут заряд есть, тут его нет. Тут должен быть полный заряд. Ну нет, не полный, но окей. Вот тут я убрал вот эти штучки, потому что гравия слишком много. Ведь его реально очень много. И его просто некуда девать, ну серьезно. Просто банально некуда девать. Ведь его тонны, на самом деле, тонны гравия. Тонны гравия. Поэтому я оставил только 5 штучек, и то их много. Надо укорачивать, конечно же, все это дело. Надо обязательно укорачивать. Так, что у нас еще нового есть на острове? Ну, я, собственно говоря, поставил, ну, лесопилку купил просто так по фану. Тут досочки делаются и опилки. И вот здесь я делаю из измельчителя опилки. Опилки я дальше переношу вниз. Вот сюда. То есть все это просто довольно-таки делается. Переносим опилки сюда. Ложим в верхний сундук. И они со временем превращаются в что? Правильно, в землю. Мы ее забираем тут и все. Я уже много земли оттуда забрал. Поэтому все довольно-таки неплохо выглядит. Землю оставил куда-то, по-моему, внизу. Да, видите, тут внизу нужно декоративную тему какую-нибудь красивую сделать. И я начал вот с такого. Тут земельки немножко, и вот тут вот земелька тоже есть теперь. А то есть тут, кстати, можем сломать. Незачем нам тут вот эти вот, вот этот булыжник декоративный. Я считаю, что он нам тут не нужен теперь. Вот таким вот образом его сломаем, конечно же. Можем его внизу поставить. Опять же. Вот здесь вот. Таким вот образом, чтобы у нас было побольше места. Хотя оно нас тут оно ничего нам не даст. Абсолютно. Потому что тут мы не ходим. Зачем нам тут ходить? Ну, эта тема работает, это круто. Посмотрим, что там по ресам. Тут немножко алмазиков этого дела. Ну, нормально. Могло быть, конечно, получше, но пока что так. Пока что так. Осколки, видим, будем забирать по стаку, ребят, потому чтобы не париться. Ну, по 48 тоже будем забирать, чтобы особо не париться. В плане того, что мы будем очень часто бегать. Потом, конечно, автокрафт замутим. Сейчас просто не такие большие объемы ресурсов, чтобы автокрафт делать специальный. Также у меня тут инвар теперь есть. Я инвар сделал. Это круто. Благодаря инвару можем всякие интересные, допустим, такие штуки делать. Вот. Можем даже сейчас сделать, допустим, возьмем трубы, возьмем такую тему и сейчас попробуем что-нибудь сделать полезное из этих штуковин. Так, что мы сделаем?
Мы можем, кстати, вот тут заменить эту тему. Тут вроде все работает и так нормально без нас. Тут можем спилить пока что, это нам не нужно абсолютно. Вот так вот делаем, очень легко, очень быстро спиливаем. Таким вот образом все это дело. Далее тут тоже можем спилить, конечно же. Вот таким вот образом. Вот трубы тоже спилим, пока что они нам, ну правда, не нужны здесь. Здесь они нам точно пока что не нужны. Так вот, спиливаем, отлично. Щетка. Дальше еще ряд блоков таких поставим, просеивалок. Можно здесь сделать, чтобы булыжник передавался не с помощью такой воронки, а с помощью... А не, наоборот, забирают. Нужно что-то, чтобы забиралось. Но жидкостные трубы долго крафтить. Жидкостные трубы. Хотя давайте посмотрим, что там по жидкостным трубам. У нас интересного. Так, Thermal Expansion нам нужен. Так. Так, блин, там сложно так поставить этот символ. Так, Thermal Expansion. Нам нужны желтые трубы, оранжевые, точнее, оранжевые трубы. Они делаются из энергетических... Странно, это, видимо, не те оранжевые трубы. Наверное, вот эти, да. Ведь это же свинец. Вот это закаленное стекло самое печальное, мне просто неохота делать. Поэтому не будем, конечно. Надо эти трубы применить там, где мы перетаскиваем ресурсы. Поэтому, да. Тут вроде нормальная схема вся работает с такими присосками. У нас их вообще тонны таких присосок на самом-то деле. Вот, поэтому я даже не знаю, как это... Наверное, вот здесь это будет схема эффективна. Давайте тут спилим полностью вот этот присоски всячески, вот эту вот тему спилим, все, перенесем в другое место. Блин, нельзя ли ключом их спилить? Нельзя, окей. Так, еще видите, не сразу ломается, это очень печальная тема. То, что ломается далеко не сразу. Так вот спилим. Все равно не так уж и много было бы земли, всего лишь 9 штук. Так. Итак, все отлично. Соберем все эти ресурсы. И теперь нам нужно это все перенести наверх. Мне кажется, так будет гораздо удобнее, только надо выделить под это будет место. Объективно, да. Но место у нас будет, допустим, здесь, под эту тему. Мы вот так вот сделаем, спилим эту всю тему. Так. Заодно даст получим, конечно же, пыль. Это тоже интересная тема. Ой, шарды, ё-моё, вот это прикольно. Вот это уже прикольно. Так, что мы делаем? Мы ставим трубы вот здесь вот, внизу. Допустим, 9 штук. 5, 6, 7, 8, 9. Отлично, дальше ставим такие вот штучки. Бочки. Тут нам не понадобится. Единственное, что... Надо посмотреть. Открыть как-нибудь их. Так, у нас что-то очень много лишнего в инвентаре. Вот так вот сделаем. По-моему, чем-то можно было открывать их. Но, видимо, нельзя. Ладно, окей, надеюсь, так все будет работать. Идеально. Далее берем опять эти наши бочки. Ставим сюда, у нас даже не хватило. И дальше ставим сундучок. Вот так вот. Дальше тут ставим поисковик, чтобы он все это дело искал. Вне зависимости ни от чего. Извлекаем его стака размер. Ну, поставим 16. Я не знаю, сработает ли это таким образом, но ладно. Далее. Опять же, воспользуемся этим модом. Возьмем вот такую тему. Вот такую тему возьмем. Это усиленный серый механизм, он наоборот будет передавать вещи из сундука. Мы поставим трубы сначала. Как-нибудь, допустим, так. Я надеюсь, что все будет работать идеально. Посмотрим, смогу ли я сделать эту систему. Тут тоже поставим на будущее. Так, и что мы делаем? Ставим сюда сундук. А дальше, тут поисковик у нас есть, мы ставим сервомеханизм. Таким вот образом. По идее, вещи должны отсюда забираться и раскладываться сюда. Поэтому мы загрузим вот эту тему, далее откроем, уберем редстоун сигнал, игнор. Все, по идее, теперь мы должны видеть, как земля реально... Ой, земля. Это вещи забираются из сундука и перекладываются вот в бочки. Да, видим то, что первая вещь пошла. Только она визуально быстрее, конечно, перекладывается. Видим, вторая вещь пошла.
То есть, конечно, не очень быстро она все это делает, но все равно, мне кажется, годно. Мне кажется, все равно годно. Так. Отлично, ну и тут тоже все давно. Ну ладно, вся эта схема работает, это уже понятно. Возьмем еще бочки, если они у нас есть, конечно. У нас их нет, окей. Тогда возьмем кучу досок, у нас их реально очень много теперь. Подойдем к верстаку, сделаем плиты. Так вот, воткнем все это дело. Нам нужно две бочки. Именно столько у нас там труб стоит лишних. Мы сейчас сделаем их не лишними. Вот таким вот образом все идеально. Эта схема теперь будет работать. Сюда должны поступать опинки. Можно, наверное, сделать, чтобы опинки автоматически отсюда поступали, да, с помощью труб. Так надо в другое место переставить тогда, чтобы нам было гораздо удобнее. Гораздо-гораздо удобнее. Вот видишь, тут электричество есть. Есть тут электричество. Мы, допустим, сюда поставим эту тему. А всю... Сюда поставим вот эту тему. Так, и теперь нужно сделать, допустим, сундучок. Сундучок деревянный. Делаем его, в принципе, так. Ну, камень нам не нужен, выложим. Выложим камень. Далее, что тут есть? О, кварц. Кварц тоже можно выложить, наверное. Вот таким вот образом. Ну, кварц давайте в другой сундук выложим. Он все-таки немного лишний. Немного он тут лишний, я считаю. Так, мы сделаем, блин, фигни накидали всякое, отлично. Так. Мы делаем сундук. Блин, доски у нас же здесь точно. Ёлки-палки. Делаем сундук. Таким вот образом. Отлично. Давайте два сделаем на всякий случай. Я не знаю, как у нас там получится все. Так. И мы ставим, допустим, отсюда у нас будет забираться рез, сюда даваться будет. Но, наверное, воронка все-таки понадобится, чтобы она давалась. Да, возьмем воронку тогда из сундука. Так, где же у нас воронка? Я надеюсь, она... Да, есть, отлично. Можно присоску, но я возьму воронку. Воронка такая более легкая тема в этом плане. Ну, куда я втыкаемся? Втыкаем сюда, в принципе. И эта схема должна работать, потому что тут полублок, по идее. Так, она работать точно не будет. Так, собираем. Где же сундук-то, блин? А вот он. Визуально он отлетел в другое место. И он открывается, идеально. Сюда мы дуб будем закладывать, тут мы будем получать опинки. Но для этого надо сначала все настроить. Слева у нас будет получаться дуб. Да, сейчас что-то пока что не работает. Схема, ну, потому что дуба нет. А справа у нас будет выкладываться вообще все. То есть опинки в сундук автоматически будут выкладываться, по идее. При каждом таком измельчении. Да, они выложились, отлично. Возьмем их. Далее наладим автоматическое поступление опилок сюда. С помощью фильтра, конечно же. Так. Мы сделаем по трубам всю эту схему. Так. Вот так вот. Далее сервомеханизм поставим. Ставим его сюда. Далее нажим одну опиночку взять будет. И тут ставим, это черный список, мы белый список делаем. Белый список, только вот опилки переносить. Только их. И вне зависимости от ни от чего. Все. И теперь оно все будет работать. То есть, если сюда опилки положу, то они перенесутся в тот сундук. Видите, они переносятся отлично. И будут ложиться сюда. Сейчас посмотрим. 63 у нас. Сейчас должно это количество увеличиться. Долго просто переносится. Так, все, отлично, идеально работает схема. Только тут нужно, чтобы всегда поступало дерево. Давайте добудем дерево. Потом эту систему, конечно, надо обязательно автоматизировать, потому что, ну, не делая это как бы вручную все рубить, это, конечно, такое геморрой жесткий прямо. Рубить вручную, это жесть. Это реально жесть полная. Так. Отлично. Соберем все это дело. Листва должна быстро исчезнуть, по идее. Так. Отличненько. Отличненько. Так, четко. Далее, что мы берем? Мы берем саженцы, опять же, и садим в те же нафиг места. Все, отлично. Ну, дальше, конечно же, будет автоматизировать. Но у нас пока что энергии маловато для автоматизации, но я думаю, в скорых выпусках мы постараемся это сделать. Далее, у нас есть лишний дуб.
Мы что делаем с этим дуо? Мы ложим его вот сюда, он переработается в опилке и далее переработается в землю. Вот такую мы автоматическую схему сделали. Очень-очень классно. Так, сколько у нас тут земли уже? Пока что нисколько. Сейчас нам Макс зам, наверное, кинет эти трубы, и мы их поставим сюда. Вот. Так, давай. Опыта. Так, это куда? Это производитель РФ. То есть нужно это сюда, наверное, поставить. Это на батарейку. Далее ультиматку спилим, конечно же. Далее нужно будет поставить вот эту тему. Промежуточную, наверное. Вот так вот. И теперь еще одну трубу наверх. Ну или направо, можно хоть куда, наверное. Соберем. Так вот, и вот так вот. И все, она, по идее, должна работать. Сейчас посмотрим. Каев. Спасибо. Ха, слизи, очень нам сильно помог. Макс вообще офигенно, просто вах. Это супер дупер вообще офигенная система. Теперь мы можем разные вещи заряжать. Допустим, вот так вот сделать. Зарядить элементарно нашу рапиру. Зарядить вообще все. Хрен знает, что мы все можем зарядить теперь. Топорик зарядим, допустим. Очень классно, на самом деле. О, смотри, нам мешочек дали, ё-моё. Охренеть, чуваки, ё-моё, плюс вайп. Охренеть, смотрите, что нам Дайнов дал. Офигеть, откуда у него столько ресов? Я в шоке, просто как? Охренеть. Монолиновый блок, синаловый блок, жем, так у нас типа все, это победа, это просто победа нахрен. Охренеть. Офигеть. Вау. Смотрите, это жесть. Это просто жесть. Это реально жесть. Откуда столько ресов-то? Охренеть. Ну вы сами видите, какая это жесть. Это просто жесть. Офигеть. Ну у нас есть квантовая панелька. Не одна уже. И не одна. Давайте сейчас тогда ультиматочку возьмем. Сюда поставим куда-нибудь. Таким-то образом. Видимо, очень давно. Что Макзам пишет, что это он понял? А я тоже давно, о. Так, РФ. Там 200 РФ, всего 200 РФ. Выход, а почему выход ограничен? Вход ограничен. Я. Сдержаться, кстати, довольно-таки долго. Выход 4000. Что-то не похоже, что выход 4000. О, 3D, ё-моё. Это вход. Там у нас вход, да. Ну что, капец, это жесть. Заряжается, конечно, очень долго. Ладно, я заряжу свой топорик таким образом. Вот такой получился выпуск. Огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Всем удачи. Пока-пока.